Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Motorola Moto E7i Power добавить аккаунт Google и также как его потом удалить. В первую очередь переходим в настройки, затем в раздел аккаунты, нажимаем добавить аккаунт, следующим шагом выбираем Google. Для этого нам, конечно же, понадобится подключение к интернету. Здесь вписываем наш телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее», затем вводим наш пароль, нажимаем «Далее», следующим шагом принимаем условия использования политики конфиденциальности Google, и последнее, что нам нужно сделать, это нажать «Принять» здесь, и после этого аккаунт будет добавлен. Если же хотите удалить этот аккаунт, просто выбираем его здесь, нажимаем «Удалить аккаунт», и затем подтверждаем нашим отпечатком пальца, если он у вас добавлен, и аккаунт будет удален. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!